Доктор. Здравствуйте, друзья. Утёкунунан. Добрый день. Биги терябитылбытын өреттенігебит. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Дюкула. Дюкула. Сушёная рыба. Как. Как. Мумуркага. Мумуркага. Сушёная рыба из тира. Кыспыт. Кыспыт. Строганина. Кердилек. Кердилек. Юкала. Хагудай. Хагудай. Рыба, употребляемая пищей в сыром виде. Бэр. Бэр. Печень. Ирге. Ирге. Головной мозг. Хили. Хили. Костный мозг. Хюрек. Хюрек. Сердце. Улюкте эт. Улюкте эт. Вяленое мясо. Амаха. Амаха. Жаркое, приготовленное из мелко рубленного мяса и костного мозга. Барк. Барк. Блюдо из полусушеной рыбы и рыбьего жира. Бутугас. Бутугас. Мучной суп. Катарба. Катарба. Пресная лепешка. Кабардак. Кабардак. Блюдо из свежей рыбы и рыбных брюшек. Тыл. Тыл. Язык. Эми. Эми. Молоко. Аны оңорокпут предложениеларда. А сейчас составим предложение. Игилля кайдак хаңарарбытын. Слушайте, как произносятся слова. Инем кердилек ытта. Инем кердилек ытта. Мама юколу отправила. Хили миннигес. Хили миннигес. Костный мозг вкусный. Эбен бар кымырдо. Эбен бар кы омырдо. Бабушка сделала бар кы. Кыспыт кыстыбыт. Кыспыт кыстыбыт. Построгали строганину. Тоңбыр. Тоңбыр. Мерзлая печень. Бүгін биги хаңарыстыбыт. Астар тустарынан. Сегодня мы поговорили о национальной кухне Далган. Урок путбютте. Нячаскан доктор. Урок закончился. До свидания, друзья!